По поводу гаражей обращайтесь к Сорокину. Она не насчет гаражей. Она явилась разменивать мою квартиру. Да? Угадал? Ошибаетесь, товарищ Васин. Я явилась вернуть вам вещи, которые мы у вас украли. Вот. Вот. И вот. Другую потеряла. Стоимость верну при первой возможности. Проверьте, работает. Люся. Да, я дура несчастная. Люся. Да, я дура несчастная. Да, я не чита вашему сыну. Да, я простая медсестра. Но на ваши подачки и попреки не нужны. Проживем как-нибудь и без них. Люся, подожди. Я говорю, если вопрос ставишь так принципиально, надо вернуть все. Мы учтем. А сумку? Сумку мы на свои покупали. Сумка наша. Дождь грибной идет.